Еще не слышали про JetCash? Это просто бомба! В игре все зависит от интуиции. Угадывай правильные клетки и поднимайся все выше, зарабатывая больше денег. Не веришь? Попробуй демо-режим прямо сейчас. JetCash. Ссылка в описании. Друзья, привет! С вами Стас Агапов. Я очень долго ждал этого дня, потому что мы сегодня лезем на вот этот вот дом. Он находится почти в центре Киева. Обещаю, будет очень круто, будет очень эпично. Сегодня немножко холодно, поэтому мы будем такой, знаете, минимальный, но в этот минимальный видос мы впихнем весь трэш, что-то такое интересное. Короче, вам обязательно понравится, заранее поставьте большой палец вверх. Сегодня буду снимать видео со своей лучшей подругой Сашей Киевской. Она вон там вот уже где-то впереди побежала, так что обязательно подпишитесь и на ее канал. Все, ребятки, мы идем в парадный и увидимся. Увидимся уже там. Как ни странно, мы зашли очень спокойно, очень тихо. Нас никто никуда не остановил. За моей спиной прекраснейший вид на весь Голосеевский район, ну, точнее, на его части, на Печерск, но неважно. И сейчас я вам покажу сам, собственно, весь залаз. На лестничной клетке. Запомни одну простую вещь. Никогда не на лестничной клетке. Давай снегом покидаемся. Снеговика сделаем. В общем, ребята, рассказываю всю ситуацию. Сам выход на крышу, естественно, всегда закрыт. Но, как вы видите, по крыше. Ну, типа, вы поняли, да, что сейчас будет? Сейчас я буду карабкаться наверх, потом вытаскивать вот этого человека. Ну и, собственно, осмотрим. Итак, внимание, как Стас использует меня в качестве своей подставки для вылаза на крышу? Очень секретные, конфиденциальные материалы были до того момента, пока я начала снимать видео для Ютуба. Погнали! Как, ребята, вам понравилось? Мне тоже очень понравилось. Но на самом деле у нас все такие залазы всегда. Я куда-то... каждый раз я куда-то вылажу, потом кого-то закидываю. Это всегда интересно, это всегда эпично. Обязательно поставь нам лайк за такие интересные, годные залазы. Тимворк такой, знаете, как в каких крутых играх всяких. Поэтому да. Обязательно оцените и напишите комментарий, понравилось вам это или нет. Если понравилось, то я буду знать, что это круто. Я буду делать и стараться пилить такие видосики дальше. И нас ждет вон вот тот шпиль такой интересный, вылезу аж на самый верх. Не пытался зацеп на этой штуке сделать просто нереально, не то что физически, а то, что оно все замерзшее, и когда трогаешь руками, нож прилипает к руками больно, типа, и даже если я уцеплюсь за нее, то мне потом кожу надо будет отдирать от той штуки как-то, и я даже не упаду оттуда, просто прилипну, чтобы вы понимали. Ну, это принц Персии, арабская ночь. Ну, это, знаете, один из таких немногих случаев, где реально, ну,
Я показываю то, что есть ум в моей голове, а не то, что я просто прихожу и делаю, как думают некоторые, что я такая безбашенная. Я все на самом деле проверяю и тщательно продумываю все свои залазы, все свои действия. Поэтому шанс, что я где-то сорвусь, минимальный. Как-то так. Поэтому сейчас найдем что-то альтернативное, чтобы также вас удивить, порадовать. И продолжим дальше. Ох! Все, хэштег убила на крыше, зарезала. Рукой прижми, да. Все. Вы поняли, друзья, да? Ну что, друзья, там зацеп не получилось сделать, зато получится сделать его сейчас. Я решил исправиться, нашел офигенное место. Вот здесь вот на краю. Друзья, все, если понравилось, палец вверх и смотрим дальше. Рассказываю сложившуюся ситуацию, так как здесь три секции, одна центральная, две боковые. Я увидел, что на этой секции за моей спиной вышел какой-то работник, то лежак, то ли кого, ну и говорит по телефону, судя по всему, нас спалили, поэтому мы сейчас будем как-то очень-очень быстро петлять с этой крыши, ну, чтобы нас не спалили, и мы благополучно и удачно свалили отсюда. Давай. Видел, я это снял. После меня это будет уже не так феерично. Давай с жопой на лопату. Ах, снежок какой он теплый, блядь. Очень жарко. Итак, друзья, пока Саша там вылазит и что-то делает, я решил доснять вам чуть-чуть концовочки. Вот. Большая просьба к вам. Обязательно напишите мне комментарий, позитивный, не позитивный, любой. Напишите, понравилось, не понравилось, если понравилось, то что вам понравилось. Если негативный комментарий, пишите, что вам не нравится. Давайте улучшать наш контент, наш материал вместе. Делать что-то совместно, обязательно ставьте палец вверх, потому что ваши лайки, ваши комментарии помогают продвигаться видео в топ, набирать новых подписчиков, и это будет для меня большим стимулом делать видео лучше, качественнее, придумать что-то новое, потому что идей у меня нереально много, но я жду, пока немножечко подрастет канал, чтобы эти видео увидели как можно больше людей, порадовались этому. Так что, ребятки, спасибо вам большое за просмотр, обязательно лайк, подписка, если ты не был подписан, и до новых встреч! The fuck are you about to say? The way that we do it, it's not the way. No, don't you sweat it, you not in the way. Nothing you do compared in my day. Cash is fuck on my bed, I lay. Look at the ceiling, it fade away. Stressing and checking on me for a blessing, but I can hear nothing, I'm gone for the day. Sure, you can afford that.